Школьный юмористический сезон в Омске подошел к завершению. 16 марта на сцене молодежного центра «Химик» решалась судьба турнира. В эти шуточные баталии вступили 7 команд, признанных лучшими по итогам отборочных игр. Свои визитки, шутки на разминке и, разумеется, домашние музыкальные задания представили коллективы «Братва», «До 16», «Контейнер», «На пределе», «Перезагрузка», «Шпана» и «Бухты-барахты». В этот вечер каждой команде удалось не раз заставить улыбнуться членов жюри и от души рассмешить весь зал. Особенно запоминающимися стали домашние задания на тему «Последний штрих». Воспитанники «Химика», команда «Перезагрузка» сумели удивить всех необычными интерпретациями сказки про репку, гармонично вписав ее в различные ситуации. Дед, ну ты это, прости, что я так долго не вытягивалась, мне просто надеть было нечего. Но сильнее всего жюри и зрителей зацепил интеллектуальный юмор, на который в этот раз сделали ставку неоднократные победители школьных турниров КВН, команда «Бухты-барахты». А ты знаешь, откуда берутся дети? Знаю. О, расскажи! Дорогие друзья, если вы хотите создать мудрецов, вам не нужно убивать их детей. Шалунов. Жан-Жак Руссо. Все по достоинству оценили их за рисовку про воспитание детей. Итог турнира «Бухты-барахты» вновь оказались на высоте. Готовились очень усердно, старались, репетировали, ходили на репетиции, посещали всякие разные мастер-классы. Ну, в общем, прошло все замечательно, превзошло все наши ожидания. Главными соперниками были все. Финал очень сильный, то есть конкуренция очень хорошая. Следовательно, мы старались выделиться своими качествами, своими шутками. Вторыми с отрывом всего в 0,2 балла стали участники команды «На пределе». Слушай, приколюху, я, короче, подхожу к столу, беру стакан, бахаю, а там это... Спрайт с огурцом! Они бы сейчас помидором сделали. А почетное третье место также с совсем небольшим отрывом по оценкам заняли воспитанники Кормиловского детского дома творчества, коллектив «Контейнер». И по традиции на финале были объявлены имена лучших актера и актрисы. Ими стали Денис Данильцев и Дарья Пугина. Дарья, перезагрузка! Приз за лучшую шутку был вручен команде КВН «На пределе». У нас большая база, которая работает. Детки, которые играют на сцене, они бесконечно принимают участие во всех мероприятиях. Они на всех играх взрослых принимают участие, их постоянно приглашают. То есть они ходят на все игры, мы им даем пригласительные бесплатные. Они полностью погружены в эту атмосферу. Плюс зимняя школа КВН, летняя школа КВН. А там они плотно играют. Дети, которые в этом году привезли из Владивостока победу, гран-при. Они взяли лучшего актера, они взяли лучший суперболт. Это прям лучшая награда КВНщикам. Вот. Это как раз дети, которых мы лепим посредством зимних и летних школ. Сезон завершен, но с КВНом ребята не прощаются. Уже в начале лета те, кто живет юмором и хочет научиться писать и представлять шутки еще интереснее, смогут на 2 недели погрузиться в атмосферу клуба веселых и находчивых в рамках летней школы КВН. До новых встреч!